Хорошо, Арт, я приветствую тебя на нашей конференции, посвященной духовному росту в процессе боевых действий, военных действий. So, Art, welcome to our conference that is related to the war in Ukraine. Я надеюсь, ты раскроешь тему. Вот я уже предвкушаю что-то очень интересное. I have the temptation that you will open up the topic, the subject related to this. И поэтому отдаю тебе слово. Мы готовы тебя слушать. So take the floor. We are ready. Aliki will be, she just messaged me the link she had, she was having problems with, so I sent her the link again. So she should be with us in just a minute. Okay. Adjust my camera. So let's give her it's a great time for everybody to take a couple easy deep breaths and just kind of get centered. You may have rushed to get on this call. Сейчас как раз для всех есть возможность вдохнуть, выдохнуть, немного настроиться. And I'll just check and make sure the link is working for Aliki now. Oh, I see Aliki. Okay. Must have given her a bad link before, so my apologies. There you are. Hello, hello. Good to be here. Здравствуйте. Очень рада быть здесь. Прошу прощения за небольшое опоздание. Не могла найти правильную ссылку. Спасибо. Привет, Алики. And let me briefly introduce Aliki. Aliki's just a wonderful person, really comes from her heart. But she also has the intelligence and the skill of NLP and has studied with me for many, many years in energetic NLP. Art сейчас рассказывает обо мне. трудно говорить о себе, даже если просто переводить. Он говорит, что у меня замечательное сердце, что я очень много лет у него училась. Училась и NLP, не только у него, но вот energetic NLP я занимаюсь этим уже больше, наверное, 9 лет, и практически все классы, которые Арт преподавал, я все на всех них участвовала. Спасибо. And so you know, Aliki, Yulia can translate too, so you guys can go back and forth. Oh, I'm so sorry. I just took over. I apologize. It's for me being late. Would you like, вы хотите переводить? So you started, that's great. Отлично, что, да. Хорошо. Okay. Limit is the time continuing for right now. Okay. Мы тебе сейчас отдаем право ведущего переводчика, окей? Так что, так как человек, который максимально хорошо знает Арта, я думаю, ты более точно будешь переводить, окей? Хорошо, спасибо большое, да. Okay, I will be translating for right now. Thank you. Okay, great. And that Aliki is also an executive coach, works in Silicon Valley, and works a lot with helping people to access their genius, really. Арт продолжает рассказывать про меня, что я также executive coach. Это коуч, который работает с, господи, как это сказать, с главами компании и с верхушкой компании, но не только. И моя тема, я занимаюсь тем, что я помогаю активировать гения. Вот те самые творческие, творчество, скорее, каким образом творить на работе. Вот это вот фокус моей работы. Great. And I always like to make sure that nobody's listening to this while they're driving, because Aliki and I are going to be doing remote energy work with all of you. And it's very powerful, and it's not appropriate for when you're driving. И еще очень важное, одно очень важное сообщение. Поскольку мы будем приглашать работать с очень сильными энергиями, никогда нельзя слушать вот наши сессии во время вождения машины. Потому что, когда мы вводим машину, нам нужно обращать внимание на окружающее, а это
очень глубокие внутренние процессы. Поэтому, если кто-нибудь сейчас ведет за рулем, пожалуйста, остановитесь или не участвуйте в сессии. Спасибо. And today our focus is on spirituality in the context of war, military situations, really any terrible human situations that we get into. И сегодня наш фокус на тех ситуациях, где люди находятся в очень сложных жизненных ситуациях, ситуация с войной, бесконечно сложная для всех. Как продолжать расти духовно в этих бесконечно трудных ситуациях? И этот подход, он на самом деле относится к тому, что происходит сейчас, но вы также можете его использовать в будущем. Aliki and I were speaking last night, and what we wanted to focus on is how do we preserve our humanity and even enhance it in the midst of our situations. Art and I вчера I'm sorry. У кого-то просто кто-то не на мьюте, пожалуйста, выключите. Да. Значит, Арт и я вчера разговаривали вечером о том, какой будет фокус, как мы можем принести наибольшую пользу, что самое важное вот сейчас в это время. И что к нам пришло, это фокус на нашей человечности. Вот то самое, что делает нас людьми, несмотря на самые-самые сложные обстоятельства, потому что это, ну вот, пожалуй, самый важный аспект того, кто мы. And for thousands, maybe 40-50,000 years, people have asked the same questions, which is like, why are these things happening? For тысячи, если не десятки тысяч людей, лет люди спрашивали те же самые вопросы. Почему это случается? Почему это случается сейчас? Почему это случается со мной? You know, are the gods angry? Are there demons? You know, is it just the nature of life? These are eternal questions. Вечные вопросы. Боги разгневались, демоны. Это ли есть вот то самое нормальное, что происходит в жизни? То есть вот эти вот вопросы, которые мы задаем, почему? Почему вот то, что происходит, происходит? Люди задавали себе всегда. So Aliki and I have our own beliefs about spirituality, as you all do it, and it's not our intention to force any particular beliefs on all of you. Our intention is to help you connect with your own inner wisdom, your own spiritual nature, so you find your own answers. Art. И я, мы каждый во что-то верим свое, наше собственное представление о том, что такое спиритуальность, духовность. Но мы не хотим ни с какой стороны навязывать наше, то, что, во что мы верим. Мы хотим, чтобы каждый из вас соединился именно с тем, что важно для него. In order to do that, there's two aspects. One is clearing and one is opening. И для того, чтобы это можно было сделать, есть два очень важных момента. Один – это очищение, а другое – это открытие. We're all programmed both unconsciously, but also energetically. Мы все запрограммированы в подсознании, в нашем и энергетически. We're programmed by our societies and countries, by our families, but also there's ancestral programming that's been passed down. Мы запрограммированы нашим обществом, нашими семьями, и в то же время мы еще запрограммированы нашими предками. And this programming keeps you from finding your own truth. И эти программы, хотя они очень важны нам всем, они при этом, при всем мешают нам найти свою собственную правду. There are also
what are called spiritual contracts that we'll talk about later, and also karma and other things that are affecting us. Также есть как бы спиритуальные духовные контракты, карма и другие вещи, которые на нас оказывают влияние, и мы немножко поговорим об этом позже. So in this session, you'll be doing a lot of clearing, a lot of connecting to your spirit and inner wisdom. В этой сессии мы будем делать много-много очищения, убирания чужих энергий и как бы соединение, улучшение соединения с нашим, с вашим духом. То есть это будет, с одной стороны, убирание того, что лишнее, с другой стороны, усиление вашей связи. One of the things that I loved about NLP is the idea that these are models of thinking and behavior, not ultimate truths. Что мне очень нравилось в NLP, в нейролингвистическом программировании, то, что это модели того, как можно думать, модели поведения, но не есть та самая истина, которую мы все ищем. То есть это модели. Aliki and I will be presenting different ideas and concepts, and we're not asking you to believe or not believe any of them, just to explore them. These are not truths, these are just what we think. Art и я будем вам предлагать разные концепции, разные варианты, разные модели. И мы вас просим нам не верить, нет, просто как бы вместе с нами их поисследовать, поиграть в них. Потому что это будет интересно, это будет полезно, это работает. Но просьба просто так никому не верить. Смотрите, что работает для вас. And feel free to use the chat at any time if things aren't clear or you have comments or questions. So feel free to do that at any time and we'll try to keep track of them. И также, пожалуйста, ваши вопросы, замечания, если вам что-то непонятно, в чат мы будем проверять и отвечать. Так что, пожалуйста, не забывайте, у вас есть такой способ пообщаться. One of the things that I would like you to try for today is to let go of having to consciously figure everything out and analyze it, and instead connect with these spiritual principles on a deeper level. Одно из направлений, которым мы будем сегодня работать, это убрать необходимость осознанно все понять, а вместо этого соединиться на более глубоком духовном уровне. Потому что на самом деле вот наше понимание очень часто, оно на рациональном уровне, и очень часто оно мешает нам понять глубже, увидеть большие концепции, потому что они просто не вмещаются в наш рациональный мир. А наше общее подсознание, оно больше, гораздо-гораздо больше. So just a couple of more concepts before we get into really doing the work. Еще парочка концепций, и мы начнем делать работу. One of them is a concept called grokking, which is a word that was made up by a writer in America in the 60s, I believe, but it's now a real word, it's in the dictionary. Одна из концепций – это слово, которое Арт очень любит упоминать, и которое я тоже очень полюбила, называется grokking, grok. Это слово было придумано в книжке американским автором где-то в 60-х годах, книжке про фантастической книжке, которая была написана. Теперь это слово официальное, оно в словарях, и оно упоминается везде, то есть оно официально существует. Grokking is a kind of understanding, but it's different than our intellectual understanding. Grokking – это тип понимания, но это другое понимание, чем понимание интеллектуальное. Grokking is when you become one with an idea that it's in you, you own it, it's real. You might not even be able to describe it, but it's real for you and it's present in your life. Grokking – это когда ты становишься
единым с идеей. Она становится тобой, ты становишься ей. Это даже не понимание, она просто начинает как бы через тебя жить. So our intention in this session is that you're able to grok more of your sense of purpose and your sense of how to keep your humanity and your spirituality no matter what's going on in the world. И наше намерение на сегодня, чтобы вы сделали вот этот грокинг вашей, вашей как бы цели жизни, ваше направление в жизни, вашей спиритуальности и вашей человеческой сути, человечности сейчас, ну, то есть оно, чтобы оно вот стало больше, больше, больше в вас, через вас, как бы активизировалось в вас. So if this is making sense so far, if you just put a yes in the chat, or if you have questions or comments, put those in the chat now, and then we'll start doing the work. И Арт спрашивает, это как бы вообще какой-то смысл имеет, оно резонирует, это понятно, если да, пожалуйста, напишите в чат, да, если есть вопросы какие-то, пожалуйста, тоже напишите. Спасибо. Yes, and the thumb up is a good one too. Thank you. Да, это тоже работает. Это мы поставили на экранчик, когда. I see yeses. Art. Da, I can read, yes. I remember that much Russian. And I see that people are ready for the work to start. Great, good. Okay, so in this work, the way to make it most effective is while it's going on, just imagine it's working. Don't try to figure out if it's working. When you imagine that it's working, you open the door for your unconscious mind and your spirit to do miraculous things. So later you can analyze it, but for right now, just imagine it. Для того, чтобы эта работа была максимально эффективной, не нужно стараться понимать, что происходит. Нужно просто представить себе, что оно происходит, и тогда оно будет работать. После вы можете проанализировать, что, как, почему. А сейчас не надо. Сейчас просто разрешите себе делать эту работу. Представьте себе, как бы поиграйте в это, и это будет очень эффективно. In energetic NLP, you always put your spirit and your inner wisdom in charge of what happens for you during the processes. В энергетическом NLP вы всегда отдаете управление своему духу и своей мудрости. То есть вы всегда, то есть это вы, кто выбирает, что с вами случится и как оно случится. То есть вы за все отвечаете. Не человек, который ведет, не Арт, не я. And when your spirit with its vast awareness and your deep inner human wisdom with its practical wisdom, when they're aligned, it creates what we call your miraculous self. И когда ваш дух, который видит большую картинку, которому, собственно говоря, все равно, как вы учитесь, потому что главное, чтобы был эффект. Вам легко, вам трудно, вам больно, вам радостно. Вот для него важно, чтобы вы научились. И ваша человеческая мудрость, которая знает, как вам сегодня в этих условиях, в этих ситуациях. Когда они работают вместе, мы называем это miraculous self или ваше чудесное я. Creating your miraculous self is really easy. Создать ваше чудесное я просто. И мы сейчас объясним, как. You just have to set your intention and give permission. Вам надо сделать намерение и дать разрешение. Сейчас объясним, как. So if you want to do this, and I hope you do, set your intention right now that your spirit and your inner wisdom are forming your miraculous self, and then give permission for that to happen, and then just imagine that it's happening. Итак, для того, чтобы это сделать, сейчас сделайте намерение, что это
происходит, что-то формируется, ваше чудесное «я». И дайте разрешение, и процесс начнется. So go ahead and do that now, please. Давайте прямо сейчас это сделаем. Попросим ваш дух и вашу мудрость человеческую, которая практичная, которая знает, как вам сейчас работать вместе и сформировать ваше чудесное «я». And the key again is just to imagine it's happening, and that allows your unconscious mind and your spirit to do it. Просто представьте себе, что это происходит, и тогда ваше подсознание и ваш дух смогут это сделать. Okay. So just imagine now that your miraculous self exists, and give it permission to be in charge of how the energy works with you during the meditations. Итак, представьте себе, что ваше чудесное «я» уже существует, и дайте разрешение вашему чудесному «я» работать с энергией, с энергетическими процессами. So our first energy process is going to be around connecting more to your inner purpose in life. Наши первые процессы будут о том, чтобы вы больше соединились с вашей целью жизни, с вашим предназначением. How people get through, let me say this, how people not only get through terrible circumstances, but actually come out on the other side better, is because they have a deep sense of purpose. То, почему люди часто из очень трудных ситуаций, обстоятельств выходят сильнее, лучше, прежде всего связано с глубоким осознанием своего предназначения, своей цели. We often get hung up because we think we have to put our purpose into words. In this process, we want you to grok your purpose so that you feel it, even if you can't describe it. Очень часто нас останавливает то, что мы должны свое вот это предназначение, свою цель выразить в словах. Но наша задача сейчас – это чтобы вы ее как бы грокнули, то есть чтобы вы ее почувствовали, чтобы вы стали ею жить. Не обязательно выражать ее в словах. Это более глубокий уровень понимания. In this process, you'll clear unconscious and energetic and spiritual programming that tells you what your purpose should be and gets in the way of what your purpose really is. And then the energy will help you connect to your authentic purpose. В этом процессе мы почистим те самые программки, которые говорят о том, какая цель у вас должна быть. Быть. Помните, мы говорили про общественные, семейные предков программки. Мы их уберем и поможем соединиться больше с тем, какая она у вас лично. So in all the processes we're about to do, you set your intention, you give permission, you put your miraculous self in charge, and then you just use your imagination. Во всех процессах, которые мы будем сейчас делать, что вы делаете? Вы даете разрешение, намерение прежде всего, потом разрешение, а потом воображение, и вы как бы участвуете в том, что мы будем делать. And so, if you want to set your intention right now that you're going to own, connect with, rock your purposes in life, your authentic purposes. То есть давайте сейчас сделаем намерение на то, что вы как бы грокнете, почувствуете ваши настоящие, уникальные, ваши личные, аутентичные ваши цели, ваше предназначение в жизни. Give permission for that to happen, permission for your miraculous self to be in charge. And then relax, and Aliki and I will start bringing in energies to help you do that. И дайте разрешение
тому, чтобы это произошло, и расслабьтесь. Тут очень-очень важно не стараться, не делать усилий. То есть представьте себе, что вы как бы как в спа, да, с вами работает. Вот то же самое ощущение. Никаких усилий, расслабьтесь, играя, легко в этом участвуйте. И мы сейчас начнем приглашать энергии. Да, и еще я просто предупреждаю, я зеваю сильно, когда это делаю, поэтому не удивляйтесь, хорошо? Let yourself have whatever experience you're having. If you feel the energy, that's great. If you don't feel it, it's great. Just let yourself have whatever experience you're having. И разрешите себе тот самый опыт, который у вас будет. Кто-то чувствует энергии сильно, кто-то не чувствует. Все нормально, все хорошо, все работает. Разрешите себе иметь свой собственный опыт. Your energy field and your chakras are in and around your body, and the energy will be working with your entire energy field. Ваше энергетическое поле вокруг вас, и ваши энергетические центры внутри вас, и вот то, что мы будем делать, будет работать и с энергетическими центрами, то есть чакрами, и с энергетическим полем вокруг вас. So, we'll get started now. Just take a couple easy deep breaths. Мы начинаем. Пара глубоких вдохов. Пожалуйста, без напряжения. Расслабленные, глубокие вдохи. And just allow the energy now to start working with you. И разрешите энергиям начать с вами работать. You don't need to translate this a leaky, but let's also clear a lot of punishment energy. Punishment, martyrdom, yeah. Tell them I forgot to mention that they don't have to be serious about this. That the more playful they are, even though these are serious issues, the more playful they are, the stronger the energy will be. И Арт попросил напомнить, что хотя мы работаем над очень серьезными вещами, совсем не обязательно быть серьезными, потому что когда мы находимся в состоянии игры, мы можем и делаем гораздо больше. Тогда наше подсознание имеет гораздо большую роль. Так что, пожалуйста, серьезность не обязательно. Точнее, наоборот, лучше без нее. Представьте, что вам 5 лет, и вам сказали, сделайте вот это, да? Вот можем с драконами сражаться, можем весь мир от грусти очистить. Все что угодно, мы можем это сделать, когда мы дети и в этом состоянии игры. Итак, глубокий вдох и Take a couple of easy, deep breaths. Несколько глубоких, расслабленных вдохов.
And set your intention, give permission. On an inner level, people all over Ukraine, Russia, other places know that we're doing this work. And let's invite them to join in the energy if they want to. И на более глубоком уровне сейчас люди на Украине, люди в России, люди по всему миру чувствуют, что мы делаем эту работу. Так что пригласите их, пожалуйста, тоже.
Take an easy deep breath. Возьмите, пожалуйста, простое, глубоко. Вдохните глубоко, легко, спокойно. And just imagine that your authentic purposes. And let me say this. Imagine outside of your conscious awareness, your authentic purposes are really being integrated very profoundly into your personality. И представьте себе, что снаружи ваше аутентичное, ваше природное предназначение, ваша цель, оно интегрируется сейчас в гораздо большем масштабе, как бы в большем состоянии. Это снаружи сейчас происходит. Сейчас происходит интеграция этого. Imagine that your authentic purposes are becoming so profoundly integrated into your personality that you have what we call unconscious competence. You're just naturally, your decisions and actions are in total alignment with yourself as a spiritual being. Представьте себе, что ваше предназначение, ваша цель существования, она настолько сейчас становится интегрированными в вас, вообще ваше существо, что у вас как бы естественным образом уже есть это полное знание, и оно интегрировано в вашу жизнь. И все, что вы делаете, оно с этим сонаправлено, оно этим ведется. Set your intention and give permission that this integration process is going to continue. We're going to end the process that we're doing, but let me say it again. Set your intention that as we end this process, that this profound integration is continuing. Сделайте намерение, что хотя мы сейчас заканчиваем этот процесс, это невероятное интегрирование вашего предназначения, вашей цели, ваша жизнь будет продолжаться. And then begin to wiggle your fingers and toes. И теперь понемножку начинайте двигать пальцами ног, пальцами рук. Imagine energy is coming in to bring you back to full consciousness. Представьте себе, что энергия приходит сейчас, чтобы помочь вам вернуться полностью в сознание. It's a very good idea to stomp your feet and pat your body. Очень хорошо потопать ногами, немножко похлопать себя по телу, чтобы вернуться в него, потянуться. Move a little bit. You might even want to stand up for a second. Just move. Может быть, даже встать и вот сделать вот такие движения, чтобы вы вернулись в тело, потому что у вас вот как бы ноги ниже. So we have more processes to do, but I want to give you a few minutes to integrate what we just did. So this is a great time. If you have questions, put them in the chat. But also, we'd love to hear about your experiences, because when you share your experiences, it opens up more possibilities for other people.
Мы сейчас, у нас будет больше процессов, просто мы сейчас хотим дать немножечко времени, чтобы вот то, что происходило, интегрировалось через тело, через ваше энергетическое поле. И вот сейчас самое время поделиться вашим опытом. Почему это так важно? Потому что очень часто люди, когда они слышат о том, что было с другими, они говорят, а, такое тоже возможно, такое тоже хочу. То есть это фактически возможность расширить понимание, знание других. Так что, пожалуйста, или в чат, или если вы хотите поговорить, поднимите руку, как вам удобно. Поделитесь опытом. Что с вами было, как было? People in my programs always laugh that I put them in this altered state, then I ask them to talk and put comments in the chat. You could also unmute if you wanted to. Очень смешно, но это правда, я много раз была на этих программах, когда вот Арт спрашивает после такого процесса, когда мы все такие немножечко такие улетевшие, не в сознании, он говорит, а что было и что было как? Они все смеются, потому что, что было, а что было и как? Хорошо, у нас уже Арт, where you have the first hand up. Yes, I was going to say again. Пожалуйста. You can unmute or tell them. Я могу поделиться. Ну, намерение создавалось, как бы, ну, цель была изобилие, ну, и как бы отдалась мудрому своему бессознательному, что само знает, как лучше, что я было глубоко, но я возвращалась в это состояние невероятной легкости, и когда завершался процесс, был такой интересный шум в ушах, и было очень интересный процесс. Благодарю вас. На самом деле какое-то интересное осознание, как будто с чем-то соединилось. Спасибо вам. Спасибо. The connection was not perfect, so I didn't quite get everything, but what was the intention was powerful, setting the intention was powerful. Mm-hmm. The experience was very interesting. There was a when it was going on, it was like a particular noise that was present, and the feeling of connection, strong connection, is something it has, you know, in terms of senses, it has lifted. So it's very powerful. That's great, Marcia. Вопрос. Да, пожалуйста. Можно ли мы практику проводить с людьми, которые обращаются к нам за психологической помощью, и в каких случаях мы можем им предлагать эту практику? Вопрос был, okay, the question was, there are people who are asking for psychological help, and the question was, how can this type of process be done? Yeah, that's a wonderful question, and it integrates very well with psychological processes, even with people that don't necessarily believe in energy work, because you can present it all as working symbolically with the unconscious mind. But the main thing is that it incredibly enhances psychological work, which is why I created Energetic NLP. Yeah. Энергетика НЛП работает очень здорово с психологическими процессами, и их можно делать даже без того, чтобы говорить про энергию, а просто говоря, что это символическая работа. Ну, на самом деле, вы же видите, какие-то процессы, которые Арт проводил, они очень символические. То есть действительно это работает, и оно гораздо глубже. Я сама коуч, экзекутив коуч, я очень много это делаю и словами называю то, где люди не готовы к слову энергетика. Работает потрясающе, очень-очень помогает. Так что, конечно, это очень сильный и удивительно мощный и как бы позитивный инструмент. Спасибо. We have one more hand on the left. Пожалуйста. Сейчас просто не вижу. Наташа, да, пожалуйста. Добрый вечер. Алики, добрый вечер, Арт. Хочу поделиться своим путешествием. Мое состояние, вот когда было соединение, у меня первый раз такое, хотя я участвовала в медитациях, за волосы, то есть вот так вот, аж за волосы, и такое ощущение было, как будто я Эйнштейн,
мои волосы, вот я через них связана с предназначением. Это было так интересно, потому что волосы, они же обновляются, они растут постоянно, они разной длины. И вот это расстояние, длина, постоянный обмен с тем, что происходит вокруг, для меня это какой-то новый опыт. Я очень благодарна. Я думаю, что оно еще раскроется как-то по-другому, с многих граней. Это было очень интересно. И вот в конце физиологически тело все расслабилось. Я прям как чувствую, у меня переносится и носоглотка расслабились. Это потрясающе. Вот эффект очень долгий. Класс. Работа с телом. С энергией. Восторг. Благодарю от всего сердца. Спасибо, Наташа. Я немножко покороче переведу для Арты. Ну, очень здорово. Спасибо большое, что поделились. Арт, Наташа was telling about her experience. She had a really, really powerful experience the first time in her life of this type ever. She, you know, when there was a connection with the purpose, it was happening through her hair. It's as if, you know, there was this, like her extension through her hair. Interesting energetically and has a lot of symbolic meaning because it's also something that renews, something that connects. So it was very, very powerful. And then, and again, beautiful experience. And then also the sinuses, all of that cleared tremendously. And then the body was very, very relaxed. A wonderful feeling, very powerful, very strong. She's very happy. That's great. Well, thank you for sharing. And there are telepathic channels in the head, and they affect the sinuses. So when there's a good energy clearing, it can clear up your sinuses. И Арт говорит о том, что вот здесь у нас есть телепатические каналы в голове, и очень часто они у людей, особенно чувствительных, забиваются. И когда хорошая очистка энергетическая, то у нас очищаются пазуха. Слова забыла по-русски, извините, пожалуйста. Спасибо. Also, let her know that we'll let everybody can learn to do energy work if they want to. Everybody has the ability. But, and for her in particular, her spirit when she was talking was really showing up. I would say it's really part of her path to develop that ability. I mean, that's her decision, but her spirit was really showing up like, yes. Наташа, Арт говорит о том, что любой человек может заниматься энергетикой, развить свои способности, но вот то, о чем вы говорили, это тогда показался ваш дух, и он так, yes, то есть как бы, то есть да, 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 то есть он, им, это часть вашего пути, это, опять же, это все ваш выбор, что и как, но вот развитие этих способностей, вот то, как это сейчас увидел Арт, это часть вашего пути. Так что поэтому еще был такой невероятный опыт. Спасибо. Кто хочет следующий у нас? From the chat, yeah, anything. Uh-huh. Айтен, вы хотели еще говорить, да? Вот, one more time, Айтен wants to talk. Uh-huh. And then I'll read the feedback from the chat. Okay. Первый вопрос. В процессе этой практики, когда вот я возвращалась, а то как будто бы две сна глубокого, были кадры из жизни, вот быт. Нормально ли это, этому процессу позволяет быть? Или надо себя как бы сонастраивать с процессом вот этого энергетического потока? Это как бы первый вопрос. I have a question. When she was doing the process, at the end of it, there were pictures from everyday life. Mm-hmm. And she's just asking if it's normal, if we should, let's say, focus on removing them, or you know, what would be the best way to go about it? A wonderful question. That when you do energy work, things are released, and so images and stuff come up, and you don't need to do anything with them. You just are mindful of them. You just notice them and let them release. То есть Арт говорит о том, что
Очень хороший вопрос, естественно, очень важный, потому что он ко всем относится. И фактически, что происходит, когда мы делаем энергетическую работу, мы освобождаем какие-то энергии из нас. И вот эти вот вещи, которые вы видите, это связано прежде всего с этим. Когда мы освобождаем, когда оно выходит, это все совершенно нормально, совершенно естественно. То есть в какой-то степени разрешите тому, что происходит. Спасибо. Огромная благодарность. И еще хотела сказать. Техника арта с квадратами, магнитами. Это волшебная техника. Хотела просто низкий поклон благодарности. Провожу ее, предлагаю людям, провожу. И происходит чудо исцеления. И сама я каждый день с этой техникой. Мне невероятно благодарна. Низкий поклон. Спасибо большое. Я со всеми клиентами тоже ее пользуюсь. Это как бы один из главных вещей. Спасибо большое. Art, and there is just a word of gratitude for your magnets technique of clearing. She's using it with her clients. There are healings. There are, again, remarkable things that are happening because of that. And she's doing it every day as well. And I also do it with all of my clients, including myself, and it's a remarkable technique, yes. Thank you so much. Hillary, that makes me very happy. Он очень-очень счастлив и во всех отношениях рад. Спасибо вам большое. For everybody, let me just say, often the images that come up, sometimes they're very profound and spiritual, but very often they're very mundane, normal, like she said, everyday life things. So that in either way is perfectly fine. It's like whatever comes up, comes up. One isn't better than the other. Арт говорит о том, что иногда у нас возникают какие-то образы, которые такие вот просто гранд-образы, там какие-то сложные, очень глубокие, очень спиритуальные. Иногда очень простые, каждодневные. И то, поскольку, опять же, это происходит отпускание определенных энергий, все нормально, все естественно, все правильно. То есть все то, что происходит с вами, все правильно. And also, would you add that during the processes, if emotions come up, just let them go. It's old emotional energy to be released. And they may temporarily get aches and pains. And that's normal. That can happen too. And that if they end today, if they're not feeling well, let us know. But that just kind of let those things pass. You know what to say. Yes. Итак, Арт говорит о том, что во время процессов, и это действительно так, очень часто поднимаются эмоции. Мы убираем блоки, то, что блокировало их от того, чтобы они были испытаны. И очень часто вот эти эмоции захватывают. Они бывают неприятные, они бывают, ну, обычно то, что вот мы не отпустили раньше. Бывает иногда боль, бывает какой-то дискомфорт. Обычно это временно, это то, что отпускается организму. Если оно задерживается, хотя оно не проходит после процесса, скажите нам, мы над этим поработаем. Но, в принципе, если вас там, можно дергается что-нибудь, то есть какие-то, то есть фактически вот то, что происходит, это то, что выходит из организма, то, что вы отпускаете. Не бойтесь, прочувствуйте это, потому что, опять же, когда мы прочувствуем свою эмоцию, она выходит из нас. То есть она была заблокирована, особенно сейчас, у вас очень трудный период времени. И все это прочувствовать просто реально невозможно, оно оседает в теле. Вот сейчас вот разрешите себе почувствовать. Хочется плакать, плачьте, больно, больно. Разрешите себе это отпустить. Оно уйдет из тела, и тело будет свободно. You, and let them know they're almost ready for the next process, not quite. So we might do a couple more from the chat. Вы почти готовы к следующему процессу. Еще чуть-чуть нужно времени, поэтому сейчас мы почитаем немножко из чата, хорошо? Okay, So Katerina was saying that there was a feeling as if there were handcuffs or like the chains were released and they came off, and she understood what she wanted a lot more clearer than ever before. Tell Katerina, that's wonderful. I forgot to do that in Russian. Сейчас, такое чувство, вот Екатерина написала, что такое чувство, будто оковы спали, и теперь я понимаю, что хочу более четко, чего хочу более четко, так четко, как никогда.
Слева Виктория пишет: благодарю, очень классное состояние, более четкое понимание, чего я хочу, всю практику зевала и текли слезы, здорово. And Art, it's Victoria is writing that she had a really great experience. There was a clear understanding of what she wants. She she was yawning all of the time and she was crying and it felt very good. Beautiful. Yeah, and Оксана легкость и поддержку чувствует. So Оксана feels the lightness and the support. Oh, beautiful. It's funny, those are all three names I can read, so that's kind of funny. Good. So we're now going to do some work on karma. Сейчас мы поработаем над кармой. And not from any particular religious viewpoint, but from a philosophical, practical viewpoint. И не с точки, мы будем работать над этим не с точки зрения религиозной, мы будем работать с точки зрения практической, с кармой, не философской, а практической. There are many different versions of what karma is and how it works. Очень много вариантов того, что такое карма и как она работает. And what I'll be explaining is the way the Dalai Lama talks about it in Tibetan Buddhism. И Арт сейчас объяснит таким образом, каким из много разных объяснений, но он будет придерживаться объяснения, как это делает Далай Лама и как это описывается в буддизме. И вот с этого момента мы будем, как бы с этой стороны, будем с этим работать. Most people talk about karma like it's reward and punishment. Большинство людей говорит о карме, как будто это вознаграждение или наказание. The Dalai Lama says it has nothing to do with reward and punishment. И Далай Лама говорит, что это никакого отношения к вознаграждению или наказанию не имеет. The idea of karma is that everything you do and think has effects that ripple through time. Идея кармы – это то, что все, что вы делаете и думаете, имеет эффект, который распространяется, как бы вот кругами такими идет через время. So it isn't that we're being rewarded or punished, it's just what we do and think has effects, and they keep rippling through time. Это не то, что мы наказаны или вознаграждены за то, что думаем. Это просто то, что мы делаем, то, что мы думаем, влияет на все остальное. И мы как бы имеем результат через время, который распространяется через время. Вот как вот круги, когда там что-нибудь бросаешь в воду, они вот так вот продолжают проходить. Вот то же самое происходит здесь. Наши действия, наши мысли, наши намерения, они отзываются. And karma can be individual, but families have karma, groups have karmas, countries have karma. Карма может быть индивидуальная, вот конкретного человека, семья может иметь карму, страна может иметь карму. То есть как бы это бывает групповые кармы тоже, и мы все имеем комбинацию этого всего. And the good news about karma is it can be ended. И хорошая новость по поводу кармы – это то, что ее можно закончить. And there's also ancestral karma that affects us. And if you're open to the idea of past lives, there's karma from past lives. И еще есть также карма наших предков, карма из прошлых жизней. То есть тут очень много разных вариантов кармы. So when you heal and clear karma, it gives you the ability to live your life authentically from who you are now, not from other people's past or your past. Когда мы чистим или заканчиваем карму, это дает нам возможность жить из того, кто мы сейчас. Не из прошлого, не из той самой истории, которая на нас была наложена, а из нашей жизни сейчас. То есть фактически есть наша жизнь момента, а есть все то, что было вокруг, и то, что передалось.
когда мы работаем над кармой, очень часто, это может, не очень часто, но это может активировать все то, что блокирует это, потому что это очень важные моменты. То есть вы можете чувствовать там сопротивление и прочие блоки. So there's programming that only special people can release our karma. Также есть программки у нас у всех о том, что только очень особенные люди могут отпустить карму, закончить ее. Or that we have to suffer or have pain before we can release the karma. А также то, что мы должны страдать, или что освобождение от кармы должно быть болезненным. And again, in this version of karma from Tibetan Buddhism, there's none of that. The goal is just to end the karma, so there's not these endless cycles of the past controlling the present and future. И вот в этой буддистской версии про карму всего этого нет. Есть только то, что можно закончить цикл кармы, который бесконечно может продолжаться. А если мы его закончим, то мы можем жить здесь и сегодня свою жизнь. And any significant life event, there's probably karma involved. И практически в любом значимом жизненном событии есть карма. То есть одна из... Ну, карма в любом случае является причиной или активной причиной этого события. And when it comes to conflict, war, there's always karma involved. И когда мы говорим о конфликтах, а тем более о таких огромных и страшных, как война, там всегда есть карма. Even if you just have an unpleasant interaction with a stranger on a bus or in a cafe, there's probably karma involved. И даже в таких якобы незначительных ситуациях, как неприятный разговор, например, с кем-то в автобусе или где-то еще, с человеком, которого вы не знаете, там тоже, скорее всего, какая-то карма. And people overthink karma, and they worry about, is it okay to release karma or not, and they get all balled up in thinking about it. Люди имеют очень много мыслительных конструкций по поводу кармы и очень слишком много как бы на эту тему думают, строят, можно ли ее отпустить, можно ли ее закончить. Это, в общем, как бы ну, наши конструкции, они не нужны. So in energetic NLP and in what we're going to be doing in just a minute, you put your miraculous self, your wisdom and spirit in charge. So you don't have to worry about any of that. Your spirit will figure it all out. И в том, как мы работаем с этим энергетическим NLP, у вас всем этим процессом как бы заведует ваше чудесное я, ваш дух и ваша мудрость. Поэтому вам не нужно волноваться о том, что будет сделано, как будет сделано. Это вот то, что будет сделано, будет правильно для вас. So if you want to set your intention right now that what we're about to do is going to heal and release karma, particularly associated with spirituality and militaristic, but also in any difficult situations. Karma, let me reword that. So what we're about to do is set your intention that you're going to clear karma that interferes with your enhancing your humanity and your spirituality when you're in difficult situations, including military situation. Сейчас мы приглашаем вас сделать намерение о том, чтобы закончить карму, которая мешает взаимодействовать, как бы мешает вам в ситуациях, где вы увеличиваете, растите свою спиритуальность, свою человечность в таких сложных ситуациях, особенно в таких безумно сложных ситуациях, как военная ситуация. То есть, чтобы у вас, чтобы мы могли это отпустить, и чтобы у вас это могло расти, ваша человечность во всех сложных ситуациях, и, конечно, особенно то, что связано с тем, что происходит сейчас. So we're going to start the process now, and there'll be a second part to it, but I'll explain that when we come to it.
Мы сейчас начнем процесс. Процесс к нему будет вторая часть, как часть, которую Арт отдельно объяснит. Сейчас пока мы будем делать первую часть. So set your intention now set your intention now for the karma clearing. Give 100% permission for it to happen and 100% permission for your miraculous self to be in charge. И сейчас, пожалуйста, сделайте намерение о том, чтобы почистить свою карму, что это ваше намерение почистить карму, что вы отдаете управление свое, своему вот этому чудесному я, вашей мудрости и вашему духу, и что этот процесс сейчас начнется. Итак, намерение и разрешение. And you don't need to translate this, Aliki. When we get started, let's remember to clear blocks to clearing karma first, and then. So everybody, set your intention. Oh, well, they've already done that. So take a couple easy deep breaths and relax. Парочка простых глубоких вдохов, пожалуйста. And the more playful you are, the more you just treat this as. This is just something we're imagining, the more powerful it will be. И чем больше вы чувствуете себя как бы в игре, тем более сильным будет эффект. То есть, пожалуйста, просто представьте себя ребенком, представьте себе, что вы там Алиса в стране чудес, и играйте в это. And because we're all interconnected, let's invite anybody on the inner level in Russia, in the Ukraine, who wants to also release karma that's affecting all of this, that they can join in with us. И поскольку мы все связаны, давайте пригласим тех, кто кому нужно или кто хочет, чтобы его карма была была освобождена тоже, будь это в России, будь это в Украине, будь это в других местах. Пожалуйста, пригласите их нам тоже. So easy deep breaths, and we're starting now. Легкие, глубокие вдохи, мы начинаем. You can let them know yawning can be good. Да, кстати, то, что вы зеваете, это хорошо, это тоже как бы освобождение энергии, переключение на другие этапы. Иногда там дергаешься немножко, по-всякому бывает. Не обязательно, но у каждого по-своему проявляется. В общем, не сопротивляйтесь, разрешите тому, что происходит, представитель. And Aliki, let's also look at collective Ukrainian, collective Russian karma and how they're interacting. Yeah, great. Very awesome. Mm-hmm. I thought you were, but I just wanted to mention it. Yeah.
Во многих своих Take a couple easy deep breaths. Как глубоких вдохов. Aliki, let's work with the third on down, really help them stay a little more grounded. Yeah. And the feet, yeah. And let them know while this is continuing, we're going to switch to what are called spiritual contracts. Мы будем продолжать процессы, которые происходят сейчас, и начнем процесс работы над спиритуальными контрактами. Это контракты, которые мы заключаем в этой жизни, тоже переносятся из прошлых жизней, из разных ситуаций. Сейчас расширяем нашу работу, а это продолжается. The idea of spiritual contracts is that our spirit and our soul has made agreements with individuals and groups of people. Идея спиритуальных контрактов в том, что наша душа сделала такие контракты, соглашения с людьми или даже с группами людей. They can be from this lifetime and from other lifetimes. Это может быть из нашей сегодняшней жизни или из наших прошлых жизней. They can be family or groups or nationalities. Это может быть семья, это может быть разные группы, даже разные национальности. So now that you've been clearing karma, it's possible to either end or change some of those contracts. И поскольку мы сейчас закончили или частично почистили карму, теперь можно закончить или видоизменить некоторые из этих контрактов. Contracts are neither good nor bad, but they have strong effects that keep you from authentically being in the present. А контракты сами по себе не плохие и не хорошие. Но они мешают вам быть полностью присутствовать в сегодняшнем моменте в вашем естественном состоянии. То есть это как бы опять ограничения, опять какие-то рамки, опять какие-то правила. So set your intention now that your miraculous self is going to choose contracts that it either wants to end or revise and give it 100% permission to do that now. И сейчас сделайте намерение, что ваше чудесное «Я» выберет контракты, которые оно хочет изменить или закончить. И сейчас вот этот вот процесс начнется, выбирает эти контракты. Aliki, let's also help them with the learned dues, but let's not explain it right now. Мы просто еще какие вещи делаем, просто не всех легко
объяснить, и мы просто как бы синхронизируемся сейчас, что мы делаем. And again, there's nothing for you to figure out. Just let your miraculous self, your spirit and wisdom figure it all out. И опять же, вам сознательно ничего делать не надо. Это ваша мудрость и ваш дух, ваш спирит, они решают, работают вместе. Ваше чудесное «Я» выбирает, что и как будет. And just for us, Aliki, to the extent that we have permission, let's look at, again, contracts between Russia and Ukraine. That's a big one, yeah. Mm-hmm. Yeah. It looks like we have permission to work with a number of them. Mm-hmm. And let them know, even though this part was done quickly, that's plenty for right now. И хотя Арп попросил мне сказать, что хотя мы достаточно быстро эту часть сейчас над ней поработали, это было очень много. Просто как бы We're bringing in energies now to help them process and integrate. And let's also bring in the uncooking energies, but again, you don't need to explain that. Сейчас мы приглашаем энергии помочь это все как бы принять, переработать, чтобы это все интегрировалось. И чтобы вы при этом себя чувствовали нормально. Потому что очень большие изменения. And I'd like them to set an intention for something. И сейчас Арт хочет, чтобы вы сделали снова намерение. Set your intention that tonight and for the next 7 nights. На то, что сегодня и в течение 7 последующих ночей. Your unconscious mind and your miraculous self will strengthen your ability to strengthen your spirituality and humanity, no matter what's going on in your life. И намерение о том, чтобы в течение 7 следующих ночей ваше подсознание и ваше чудесное «Я» усилило вашу человечность, несмотря на то, что происходит вокруг, независимо от этого, чтобы вы стали снова крупнее и больше сами собой, вашу человечность. So affirm that tonight and for the next 7 nights, while you sleep soundly and deeply, your miraculous self and your unconscious mind will strengthen your ability to grow your spirituality and your humanity, no matter what's happening in life. И сейчас, пожалуйста, подтвердите свое намерение, что в течение следующих 7 ночей, часть ночи, ваше подсознание, ваше чудесное «Я» будет растить вашу спиритуальность и вашу человечность. Часть ночи, чтобы у вас хватало времени
прийти в себя, отдохнуть. Часть ночи это будет глубже, шире, более интегрировано. And that can happen easily and naturally while you sleep soundly and deeply and wake up feeling refreshed. И это произойдет естественным образом, легко, и вы проснетесь отдохнувшими и как бы регенерированными, то есть как бы обновленными. Вот. And take a couple slow, easy, deep breaths. Парочка глубоких, простых вдохов. Begin to wiggle your fingers and toes. Начните понемножечку шевелить вашими пальцами ног и пальцами рук. Begin to lightly move and stretch. Легко начинайте двигаться, подтягиваться. The energies we were just using are very high frequency. So if you're feeling in an altered state, that's normal. Энергии, которые сейчас приходили, они очень высокой частоты, поэтому если вы чувствуете себя немножко там улетевшими, это нормально. And even if you're not sure if you were awake or asleep during parts of it, that's fine. Once you've set your intention and given permission, it doesn't matter if you're alert or dreamy or asleep even. И независимо от, то есть неважно, как вы себя чувствовали, полностью присутствующими или наоборот, в таком состоянии, когда вы думали, что вы немножко спите, вы сделали намерение и дали разрешение, и вот ваше... Закрымане! Извините, пожалуйста, у вас, Светлана, у вас вы unmuted. Может, поставьте на мир, пожалуйста. Извините. And it's good again to pat, stomp your feet, pat your body. И хорошо сейчас потопать ногами немножко, похлопать себе по телу вот так вот, да? То есть вот так вот по голове можно, по шее, по всему. Stand up and move a little bit. Двигайтесь чуть-чуть, если можете, говорю, встать хорошо. Это мы меняем энергию, потому что очень большие изменения были, мы помогаем энергии двигаться по телу, да? When your energy realigns, your body wants to realign in a better way too. So if you move, you allow it to start realigning. Так что когда ваша энергия по-другому, как это сказать, realigns, сонаправляется, то есть ваше тело тоже хочет по-другому как бы adjust. In dancing is fine too. And so I don't forget, be sure to drink water later after this, because when you do energy work, your body actually does biochemical changes. And if you drink water, and that's a good thing, as long as you drink water and wash out whatever your body's releasing. Еще очень важно пить много воды, потому что происходят биохимические изменения в теле, и их нужно, вот продукты этих изменений нужно вывести из тела. То есть, ну, фактически, говорю, что вода – это то, что выводит то, что теперь вам не нужно из тела. Поэтому очень важно чуть-чуть легко, ну, как бы можно больше подвигаться, двигаться, чтобы было движение, да, чтобы было перераспределение энергии, и выводить водой. Так что, пожалуйста, именно водой. Пожалуйста, сегодня особенно много пейте. And tea, coffee, beer, wine and vodka are not water. И просто подтверждение, что чай, вино, водка, даже соки – это не вода. Как бы должна быть именно чистая вода. Not that you can't have any, but be sure you have water. Вы можете иметь все, что угодно, делать все, что угодно, просто не забывайте про воду. And so we'll open it up again to questions, comments, experiences. And if you're not feeling well, let me know that too. И мы сейчас откроем снова возможность задавать вопросы, делиться опытом. И если вы себя не очень хорошо чувствуете, тоже скажите, мы вам поможем. Shall we start? Yeah, and you can just call on people. Да, Айтон, у вас рука. Пожалуйста, прошу вас.
Благодарю за невероятное ощущение, но вопрос. Ну, во-первых, были боль в области печени после того, как контракты все порвались там. Но сам процесс очистки был такой интересный, как будто посередине Вселенной стоит и вот так крутится, как вихрь, как будто юла. Это было какое-то удивительно волшебное ощущение. А потом боли прошли, осталась боль в голове, шея. Ну, такая очень как будто, ну, тяжесть, но не такая прям боль, но тяжесть. Вопрос в чем? Вот я понимаю, что в этом процессе ад как энергетический энелпер, он создает определенную атмосферу, определенный энергетический поток. Я правильно понимаю? И насколько мы нам самим безопасно выполнять такие упражнения, как бы без ведения, без голоса арта? Насколько это безопасно для нас? Это как бы первый вопрос. И второй вопрос. Давайте получим, потому что я не, просто надо ответить. Да, все окей. So the first, there was a description of the experience, and again, I think that reflects what you and I have been doing a lot too. Was an experience. There were some pains that left. There was still some. Weight left in the neck, but the experience, the visual experience, was the earth being cleared, the earth being in a way of vortex of energies that were clearing, very beautiful and very powerful. And the question is it safe to use the same approach with the energies for self and clients? I know. So let me think how to answer that. I guess I wouldn't recommend it without a bit more training. It's not that it's. Yeah, I wouldn't recommend. You could play. You could use this part of the recording. With clients and with yourself, because when you do that, you'll be accessing the energy field that Aliki and I set up. But I would do that part, and then I'll say my next part. Очень важный, очень сложный вопрос, потому что на самом деле, да, это возможно, но было бы хорошо, чтобы было дополнительный тренинг. То есть вообще, что вы можете делать, вы можете использовать вот эту вот часть записи про процесс, где Арт и я, мы приглашаем определенные энергии, мы делаем определенные процессы. То есть ну, лучше бы этому научиться побольше, потому что, ну как, это очень... Ну, лучше бы научиться. Сейчас закончит ответ на вопрос. Он дал мне первую часть. Let me just say, an overall energy work is safe if you know certain things. So in our training programs, we make sure people know how to do it safely. And the other thing is, we have a community, so you can have other people check your energy field to make sure you haven't taken things on and not release them and stuff. So while you could do it, I don't recommend doing it on your own without a bit more training. То есть Арт говорит о том, что лучше взять, научиться это делать безопасно для себя и окружающих, потому что очень часто... I'll add some things from my experience. Yes. Потому что очень часто люди на себя забирают энергии, которые для них не хороши. То есть вот почему я училась с Артом, почему я выбрала именно его, потому что, ну, я с детства видела энергии и делала всякие разные вещи. У меня был опыт, который меня бесконечно напугал. Я очень на много лет вообще ушла полностью, закрыла себе все эти возможности. И единственное, почему я это делаю сейчас, потому что я нашла работу с Артом. Он научил меня это делать безопасно. Безопасно для себя, безопасно для окружающих. То есть это вот первый принцип, которому учат большинство людей. Большинство людей, к сожалению, этому не учат. То есть, да, конечно, работу можно делать, но лучше научиться это делать безопасно. То есть, поскольку я знаю про свой опыт, как это было, то я
очень рекомендую это делать правильно. Потом еще, что у нас есть как бы группа людей, которые вместе учились, и мы друг другу помогаем все время. Мы чистим, то есть мы смотрим на энергию друг друга, не прицепилось ли что, помогаем почистить, помогаем разобраться. Это как бы важный момент. Тут пока ваша безопасность – это номер один, прежде всего. Yes, sir. Shall we go to the next one? Yes. Thank you. У нас Наташа, пожалуйста. Я хочу поблагодарить, потому что в момент вот этого сжигания контрактов я оказалась в комнате, где какие-то старинные свитки, какие-то старые документы. И когда я их сожгла, я оказалась в детской комнате. А в той детской комнате, которой у меня никогда не было, вот моей личной. И вот эта возможность, когда у тебя с детства есть своя личная комната с очень красивым видом, очень перспективным, очень объемным вид на реку, там поле, там дальше, 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 на красивый закат. Это очень красиво, это очень вдохновляет, это очень важно для меня. Я очень благодарна вам за это, за этот подарок. Замечательно. Спасибо большое. Сейчас Артуру скажу. All right, Natasha had a really beautiful experience when we were working on the contracts. She was in a room that was full of ancient objects, candles and all the like the swirls of papers and lots and lots of them. And after that was cleared, she turned out to be in a child's room. Many people have their room as a child with a beautiful view. It's a beautiful room, beautifully decorated, something she's never had before. So in a way, this allowed her to have the experience that was not there in her life. Oh, that's wonderful. It's fantastic. Very beautiful. Спасибо, Наташа. Okay, so now, Сира, прошу вас. Вас не слышно пока. Здравствуйте. Да, я тоже хочу поблагодарить и тоже хочу поделиться опытом. У меня не было никаких... Да, здравствуйте, слышно? Слышно, слышно сейчас, ага. Да, хочу поделиться своим опытом. У меня не было никаких визуальных репрезентаций, но у меня было очень сильное чувство ярости на моменте сжигания, да, вот этих контрактов. Я прям чувствовала очень-очень сильную злость, ярость. Но сейчас я почувствовала радость, потому что, по-моему, благодаря этой практике у меня получилось выбрать не злиться, то есть не испытывать эту ярость, ну, во всяком случае. Спасибо большое. Это очень-очень сильно на самом деле, потому что эмоции, когда нами владеют, это другое, это не наш выбор. Очень-очень сильно. Art, that was a remarkable experience. Wasn't a visual one, but it was a huge emotion of anger, of like humongous. During the spiritual contracts, and what happened after this experience was over, there was a possibility to feel joy in this moment, which I think is huge. Yeah, that's beautiful. Это прекрасно. Спасибо вам большое. And let me, this is a good time so I don't forget. Let them know that over the next few days, they may keep releasing emotional energy. And if that happens, just be mindful of it. And just go and to realize it's just old emotional energy, much of which won't even be theirs. Еще просто Арт попросил меня напомнить вам, что поскольку мы очень много что почистили, из вас, возможно, будет выходить та самая эмоциональная энергия, эмоции, которые были заперты. Но очень часто мы не в состоянии прочувствовать, например, что-нибудь, что очень-очень эмоционально, когда нам очень больно, мы просто реально не можем все это прочувствовать, поэтому мы часть оставляем в теле. И вот эти вот вещи могут выходить. Так что в течение нескольких дней просто поймите, откуда они идут, не бойтесь, прочувствуйте их, чтобы они ушли полностью. То есть фактически вы сейчас освобождаете себя от этих
вещей от этих эмоций. Так что не бойтесь, ну, просто будьте, опять же, со своими там родными, близкими, имейте в виду, что эти вещи могут быть, какие-то вещи могут быть вызваны именно вот этим вот освобождением. Спасибо. Это Оксана. Оксана, ага. Оксана, пожалуйста. Меня слышно? Да? Ну, во-первых, спасибо большое. И в прошлый раз была под большим впечатлением от самого, ну, самой встречи. Сегодня не меньше. Интересные пришли образы. Пришел образ леса. Он был очень темный. Я стояла посреди этого леса и рисовала на мольберте рисунок, абсолютно не соответствующий реальности. Я рисовала геометрию. И когда было сказано, да, что мы там сжигаем контракты и так далее, этот лес стал светлым. И я оказалась в какой-то трубе, не знаю, ну, куда есть новый выход. Вот. А по эмоциям вот было сказано предыдущим, да, предыдущей участнице про ярость. У меня скорее это было про страх. То есть это был как, ну вот, энергия страха, она как бы вот нашла такую свою другую реализацию и как перерождение. Ну, я так это почувствовала, увидела. По ощущениям очень хорошо, спасибо. Спасибо огромное. Сейчас немножко переведу, потому что, ну, да? очень интересно, очень яркое наслаждение. Art, a rather remarkable experience again. She was during, you know, when we're going through the contract, she was in a very, very dark forest, painting a picture that was nothing to do with the reality. It was a geometric. Geometric figures, geometric structures, and then when wow. and in terms of emotions, when we're finishing up the contracts, it was not the anger, but it was more of the fear. And as it was cleared, the forest has become light, mm-hmm. and there was an opening there that was not there before. Oh. That's really beautiful. That's great. Очень-очень прекрасный опыт, очень красивый, очень вдохновляющий. И смотрите еще, чем больше у нас вот этого происходит, тем больше растет вероятность этого. То есть вот это вот удивительное тоже вещь изменяется. If you would just let everybody know, they're not ready for the next process, so we're going to be talking for a little while till they can probably feel that they're still processing what we just did. So, Арт только что посмотрел на энергию каждого из нас и сказал, что мы пока не готовы к следующему процессу, поэтому мы будем немножко говорить об этом, пока вы не созреете, потому что, ну, много что произошло, вот сейчас сами видите, насколько сильные процессы, поэтому мы поговорим, пока вы не готовы. Как только вы будете готовы, мы начнем снова продолжать. Хорошо? И сейчас... Лики, just your opinion... I don't think we're going to want to do anything else major. I think we'll want to do things to set their energy and stuff. Like the aligned process, I'm not sure. That might be too much. It might be too much. What I'm thinking about, start opening up to the future still a bit, because we already had that happening in their experiences. Ah. Just even putting it in their awareness. Yeah, gotcha. Great idea. Thank you. Okay. Светлана, прошу вас. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, я пропустила начало и уже пришла на окончание вот этой твоей техники. Если я буду проводить ее в записи, посмотрю, будет тот же эффект или нельзя этого делать? The question from Svetlana is, she was not able to join the process from the very beginning, so she's asking, she's looking at it in recording, is that okay? Can she do that? Is it safe? So glad she asked. I encourage you to use the recordings. When you use the recordings, just imagine it's happening right now as you're watching it, and you'll access the energy. So the recordings work really, really well. Art говорит о том, что он рекомендует
слушать записи. И, кстати говоря, для всех это тоже важно, когда вы тот же процесс делаете несколько раз, но с перерывом несколько дней. Это получается экспоненциальный эффект. Он гораздо-гораздо сильнее будет тоже. То есть, да, пожалуйста, просто когда вы слушаете в записи вот такие энергетические процессы, представьте себе, что вы находитесь с нами в этот момент, и все энергии будут полностью присутствовать. Так что не просто безопасно ли, а рекомендуется. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас Айтон, пожалуйста, прошу вас. Благодарю. Я вторую часть вопроса хотела задать. Спасибо, Светлана Набука. Она задала вот часть. Да, она задала часть этого вопроса. В чем была суть? Вот когда мы задавались программой, что наше подсознательное будет 7 дней вот это в нас как бы интегрировать, у меня наряду с человечностью постоянно шло слово «параллельно любовь». И вопрос в чем? Можно ли потом под запись какое-то новое состояние, да, например, любовь, там, кому-то какое-то там, допустим, злость на благодарность, интегрировать в нас вот благодаря этой записи? Можно ли? Благодарю. Замечательный вопрос. Я дам возможность Арту на него ответить. Art, really great question. When listening to the recording, is it okay or is it possible to add things like feeling more love, having other things, so that they are more and more integrated as well? That's a wonderful idea. Прекрасная идея. Пожалуйста. Да, да и да. Я прошу прощения, Светлана, вы хотите еще что-то сказать? У вас осталось... Ой, нет, извините, я сейчас выключу. Ничего страшного, я просто хотела быть уверенным в том, что вы ответили. Какие-то еще вопросы? Я сейчас прочитаю немножко вопросы из чата. I'll read the questions from the chat right now. Okay. Okay, there is a word of gratitude. Наталья is saying that there is ощущение легкости обновления во время работы с контрактами, пошли образы предков, имеет ли это какое-то значение? So the question from Natalia is, there was a feeling of lightness, of renewal, and while we were working the contracts, there were images of ancestors. Does it have a particular meaning? Yes, a lot of contracts we operate off of are from ancestors. So that's really wonderful that you saw them. То есть, Наталья, это замечательно, что вы видели образы предков, потому что мы работаем с контрактами, которые были переданы вам вашими предками. То есть это как раз просто, ну, здорово, вы очень-очень-очень... Yeah. And something that may be helpful is when ancestral contracts or other programming or things come up, in my mind, I show my ancestors, let me drink some water. I show my ancestors what my life is like now and show them that your life and my life are so different, I can't follow your contracts anymore. Thank you, Art. Что Art делает, когда он работает над контрактами с предками, очень-очень-очень полезная вещь. Он показывает им, что наша жизнь, вот просто взгляд на нашу жизнь, чтобы они увидели, насколько она разная. Потому что, смотрите, как наше ДНК передается, биологическое ДНК, это то, что было самое ценное передано, чтобы мы выживали, таким же образом с нашими вот этими знаниями, которые передаются, системой того, что, во что люди верили, система ценностей. То есть нам передается самое ценное. И очень часто, иногда энергетически, предки не понимают, почему это нужно отпустить. Они же передают самое ценное. А тут, когда показываешь, насколько другая жизнь, они так, вот теперь мы понимаем, что в этой жизни вот это не подходит, там реально другая жизнь. У нас реально другая этика, у нас реально другое все. Это не значит, что оно плохое, но мы живем совсем в других условиях. То есть всегда благодарность
за то, что нам передали, потому что передает самое ценное, самое нужное, самое важное, но оно не всегда нам подходит. То есть спасибо большое, благодарна, и смотрите, что происходит. Давайте я выберу то, что мне подходит сейчас. Хорошо, окей, next one. There was a message, there was a lot of blood coming to the face, there were tingling in the head. In the second part, there were pictures from Middle Ages and the feeling that there was like living, like falling through, like, again, I don't want to put extra words like reality, whatever, but going in different places. Yeah. And so I think we're going to need to start finishing up now. Okay. So, нам нужно сейчас, посмотрим, есть ли какие-то там требования. Ага, there is one case. Alton has headache. The headache continues. Does she need? Can it be helped, or should she get some medicine? Let's look. Let's give her a little help here. Okay. And recommend to her that she do what I talked about with the ancestors, just explain to her ancestors that her world and their world are so different, she has to change the contracts. Рекомендовал посмотреть, поговорить с предками о том, насколько мир сейчас другой, чтобы можно было поменять контракты. То есть вот эта вот главная боль связана именно с этим. Чтобы, опять же, с уважением, с любовью, просто помочь им увидеть, понять другую жизнь. And of course, if she wants to take medicine later, that's fine, if she feels better. Если, так сказать, это не поможет, то, конечно, так сказать, можно принимать медицину, но причина вот в этом. Медицина, в смысле лекарства. По-английски это medicine. So ask them all to take a couple easy deep breaths. Парочка глубоких, расслабленных вдохов. And imagine sometime in the future, imagine themselves much older and happy. И представьте себе время в будущем, когда вы уже старше, заметно старше, и вы счастливы. Imagine that older you has developed their humanity and their spirituality in a way that they're in a that they're really in a wonderful place in their life. И представьте себе, что вот этот ваше вы вот там уже старше, что вы в себе развили спиритуальность и духовность и человечность так, что вы очень счастливы, что это очень-очень здорово, очень замечательно. And give permission for your miraculous self to create a connection between you and that future self. И сейчас разрешите вашему чудесному я создать связь между вами сегодня и вами вот тогда, вот той версии вас. And give your future self permission to guide you when you're challenged, unhappy, resigned, discouraged, afraid. И дайте, попросите вашего чудесного я помочь, объяснить вашему будущему я, помочь создать вот эту вот связь, когда ваше будущее я вас ведет, помогает в тяжелые моменты, моменты, когда вы расстроены, когда вы теряете надежду, когда вам сложно, чтобы вот ваше будущее я могло вам помочь, посоветовать, поддержать, научить. And also give permission for your future self, for your miraculous self to connect you to your future self, to guide you when you're happy and have opportunities.
А также дайте попросите ваше чудесное «Я» соединить вас с вашим будущим «Я» в моменты, когда вы счастливы, когда возникают новые возможности, когда все хорошо, чтобы ваше будущее «Я» тоже могло вас вести. В этом тоже. And so just imagine now that the connection between you and this future, wiser, a happier self is there, is solid, and will always be there. А теперь представьте себе, что вот эта вот связь между вами и вашим будущим «Я», которое более мудрым, более счастливым, более опытным, знающим, что это хорошая, сильная связь, которая существует все время. Imagine from the heart of the earth a column of energy coming up near the base of your spine. А теперь представьте, что из центра Земли идет такая вот колонна, примерно метр шириной, колонна энергии, которая соединяется с вашим энергетическим полем, это ниже вашего позвоночника, конца позвоночника. And this is a grounding cord between you and the earth. Это то, что дает вам заземление между вами и землей, то есть земля вас заземляет. Give your miraculous self permission to release any energies out of your energy field that aren't yours and aren't helpful. They can just gently release down the grounding into the earth, and the earth will just transform those energies. И дайте разрешение вашему чудесному «Я» послать туда, вот по этому столбу, все те энергии, которые ваше чудесное «Я» хочет, чтобы вы отпустили, чтобы от них освободились. Вот так вот сейчас, прямо в центр Земли. And all over the earth people talk about Mother Earth, Mother Nature energies. И везде на планете люди говорят об энергиях Мамы Земли. And give your miraculous permission to bring those Mother Nature, Mother Earth energies up into you. И дайте сейчас разрешение вашему чудесному «Я» принести эти энергии Матери Природы, Матери Земли наверх к вам, чтобы они вас поддержали. Energies that love you, nurture you, heal you. Это энергии, которые любят вас, которые заботятся о вас, которые заживляют, лечат. Energies that validate your right to exist. Энергии, которые подтверждают ваше право на жизнь, ваше право на существование. And energies that help you manifest a better life. И энергии, которые помогают вам создать, манифестировать новую жизнь, лучшую жизнь. Okay. While we've been working together, we've been mixing up our energies. Пока мы вместе работали, мы смешали наши энергии. Это естественно. It's very, very important that you retrieve your energies from my space, a leaky space, everybody else's space. Otherwise, you'll be depleted. И очень важно, чтобы вы забрали свою энергию из энергетического пространства Арта, моего пространства, от всех других людей, потому что если вы ее там оставите, у вас будет ощущение нехватки энергии. So have your miraculous self retrieve your energies now, and we'll all retrieve our energies out of your space. И сейчас попросите ваше чудесное «Я» собрать вашу энергию и забрать ее от других и принести ее к вам. And give your miraculous self permission to fill your energy field with more of your authentic essence and supportive earth and universal energies. И дайте разрешение вашему чудесному «Я» наполнить ваше энергетическое пространство больше вашей эссенцией, вашей естественной энергии, а также энергиями Земли, которые поддерживают вас. Они универсальные энергии, которые очень полезны и для всех хороши. And the last thing is, your energy field is different now. It's better, it's more authentic, and it's different.
И еще очень важный момент. Ваше энергетическое поле изменилось. Оно сейчас реально существенно другое. Оно более настоящее. Оно более ваше. And there's something we call spiritual emails. И мы, такой процесс называется спиритуальные, как бы, электронная почта. I should probably say text nowadays. Да, скорее, yeah, that'd be more appropriate, it's faster. Спиритуальные тексты, можно сказать, это будет проще. So ask your miraculous self to send out spiritual emails or texts to people, just showing them what your energy field looks like now. And you're not looking for approval, you're just showing them. И сейчас попросите ваше чудесное «Я» послать такие вот спиритуальные тексты людям вашей жизни, животным, проектам, растениям, людям в будущем, просто говоря о том, что ваше сейчас, вот вы находитесь здесь. Это как ваша энергетическая подпись. Вот она такая, вы не спрашиваете у них разрешения, вы просто им сообщаете, чтобы они вас узнали. Include your pets and people that you haven't met yet that your spirit wants you to meet. Включите туда еще людей, которых вы не встретили, но которых ваш дух хочет, чтобы вы встретили. And then it was an honor and pleasure to work with all of you. И это была честь и огромное удовольствие с вами со всеми работать сегодня. And we wish you our love. И мы желаем вам любви. And I want to thank Aliki for her wonderful work in the session. И Артур, кто поблагодарил меня за поддержку, а я хочу поблагодарить Арта, потому что, конечно, ну, удивительная работа, уникальная работа. Я лично бесконечно благодарна, что мне так повезло с Артом много лет работать. Ну, это чудо. Art, I was just telling them that... I'm tremendously grateful for the work that you do. It's incredibly powerful, and I'm blessed that I've had it for a long time. Oh, thank you, and I'm blessed to have you working with me, that's for sure. So we're right on time, so that's a miracle. So. Только что произошло чудо, мы заканчиваем вовремя. Это редко бывает, потому что обычно нас куда-нибудь там уносит. И, Art, there is one more request for a question from Aiden. Okay. Aiden, пожалуйста, прошу вас. Благодарю невероятно. Благодарю от имени, возможно, каждого члена, кто со мной согласится. Наш вопрос следующий. Вот на этой волне можно ли, допустим, прийти сейчас обнять маму и подарить ей какой-то кусочек энергии? Или мы должны ее аккумулировать только в себе? Можем ли нашим любящим людям, с которыми мы живем сегодня, вот как бы в любви, в объятиях поделиться? Можем ли мы это практиковать? Или это для нас? Хороший вопрос. First of all, the tremendous gratitude for everything that has been done. And the question, in this state, in this wave of love, peace, contentment. Is it okay to hug the loved ones, to share some of that with them? Or is it just for each individual? No, it's wonderful to share it, to hug and make it available, you know, to not force it on anybody, just to be clear. But to make it available is wonderful, to hug and make it available. Thank you. Очень важный момент сказал сейчас Арт. То есть, конечно, этим можно поделиться, но поделиться как? Никогда не, как бы, не форсируя свою энергию на других, можно им предложить, то есть, когда обнимаешься, просто предложить, сделать ее доступной, эту энергию. И тогда другой человек, если он хочет, он ее тоже возьмет, он поднимется в эту волну. Если он не хочет, и это окей, ребята, у нас у каждого свой жизненный опыт, свой путь. То есть мы никогда никого не форсируем ни в каком направлении. Мы предлагаем с любовью, и человек либо берет, если он готов, либо нет. Наше дело предложить с любовью.
ответила? Спасибо. And I'll just say that we're very happy to do more of these if you want them in the future. So. And Art says that we're very happy to do more of this in the future if you would want that. Yeah. It's been a pleasure and it's been an honor. And Aliki, you said that in English, not Russian. I know. I forget. Я начала разговаривать с вами по-английски, у меня просто... Я просто хочу сказать, это было, конечно, очень особенный опыт, и я бесконечно благодарна вам за то, что вы доверяете нам, за то, что вы ищете путей открыться, вырасти в это бесконечно тяжелое время. Я горжусь каждым из вас. У вас очень красивая энергия. То, что с вами происходит, будет тем, что это вот как вот еще одна жизнь, как вот невероятный этот опыт жизни, который, вы знаете, такой японское искусство, они когда разбивается красивая чашка, они склеят ее золотом. Вот сейчас вы клеитесь золотом. Вот тем самым настоящим большим. И чашки, те чашки, которые склеены золотом, они считаются более ценными, чем обычно. Да, они произведения искусства после этого совершенно другого порядка. То есть вот сейчас вот этот вот опыт просто он на самом деле, вот не знаю, как это сказать, но вот чистит золото, настраивает. Вот те комментарии, которые были, они были прекрасные. Ну, Олег, мы не совсем разбиты. Нет, они это не имеют в виду. Но все жизненные ситуации разбивают нас. Понимаешь, нам, когда больно, все равно у нас что-то такое трещинки раскалывается. Другой вопрос, что мы с этим делаем. Я не про разбитость, я горжусь. Очень-очень горжусь. Метафора, в принципе, очень красивая. Да, в принципе, метафора может быть терапии. Человек, который приходит на терапию, который в чем-то треснул, и его скрепляют. Вот так, да. Ну, я так просто немножко попробовал метафору расширить, что мы не совсем разбиты сейчас. Не ну, в другом смысле, наверное. Я просто на самом деле любой ситуации, которая нам сложная, у нас же происходит что-то такое, да, мы как-то чуть-чуть, вот это вот напряжение нас трескает, и мы вот становимся в любой сложной ситуации, мы становимся, когда мы из нее вот выбираемся через, говорили про любовь, про красоту, про будущее, про созидание, вот это золото. Хорошо, Арт, я хотел пару слов сказать, я не давал обратной связи за всю программу сегодня. Art, Brislav wants to say a few words because he hasn't had a chance, he hadn't given any feedback today at all. Я третий раз вижу тебя в полноценном прямом эфире сейчас. He's seeing you for the third time in open air, in direct, in real time. Я так скажу, а то, что ты делал сегодня, оно, по-моему, мощнее на порядок, чем то, что делал в прошлые разы, по крайней мере, для меня. And Boris is saying that what has been happening today is multiple times stronger for him, for sure, than what was done before, even though that was strong as well. Потом... Yeah, I agree. Арт говорит, да, так оно и было. Интенсивность потока была просто феноменальна, вот, и в видениях трансовых, ну, я как бы фиксировал внимание на Арте, вот, и я видел тебя, Арт, как человека, как будто, не знаю, удерживающий некоторый шар энергии и расширяющий поле на всех людей, заполняющий всех людей. The intensity of energies were very, very strong. But what was especially interesting that Borislav was seeing you, Art, as the person who was holding this huge ball of energy and the energies, like the field of energy for everybody. He was really seeing it was very, very, very strong. Было впечатление, как будто ты расширяешь громадное поле во все стороны от себя. И захватывающих участников. Yeah, as if you were opening up the field, making it bigger to get all of the parts of everybody and just really making bigger and holding everybody in it. Каждого участника присоединяешь к данному полю таким способом. And every participant, you were taking them and you were like plugging them into this field, bringing them in.
Я не знаю, насколько. Yeah, that's very accurate. Именно так оно и было. Так что очень-очень хорошее описание. Очень четко вы все увидели. Очень-очень красивая работа. И я еще раз буду повторять. Арт, я, ну, скажем так, первый раз среди NLP-ров вижу такую уникальную работу. Very beautiful work, Art. And it's the first time that Borislav is seeing somebody that unique and incredibly powerful. Thank you. Потому что я видел очень большое количество NLP-ров, очень большое количество практик гипноза. Твоя работа – это работа особняком. Это что-то иное по качеству. Я, кстати, с вами совершенно согласна. Абсолютно другая работа, потому что NLP я тоже училась. So what Borislav was saying is that he's seen a lot of people who come from the field of NLP, field of hypnosis, but this is very different and it's stand-alone field. And it's stand-alone in good sense, Art. In a very good sense. Yes. In a very good sense. All right, I understand. And it is, it's unique. It's its own unique thing. Я говорю, что это действительно так, это уникальная ситуация. Я полностью... полностью поддерживаю, потому что и тому, и другому, и третьему тоже училась. Это уникально. Хорошо, Арт, громадное тебе спасибо за работу. Мы очень благодарны тебе за то, что помогаешь и делаешь для нас. Мы знаем, что у тебя родословная из Украины. We're tremendously grateful for all that you've been doing for us. We truly, truly appreciate that. And we also know that you have roots from Ukraine. По-моему, твоя бабушка была из Украины, из Одессы, ты говоришь. Was it your grandmother from Odessa? Okay. My father's parents were both from not Odessa, some small village. То есть папины родители были не из Одессы, но из какой-то маленького городка, маленькой деревни. They died when I was very young, so I don't know that much about it. Они умерли, когда Арт был еще очень маленьким, поэтому он не знает много информации, не помню. Ты, в отличие от других тренеров, не только просто помогаешь людям в трудный момент, но и еще как бы вот символически отдаешь должное своей крови, своим генам. So Borislav is saying that you are not just helping people, which you do beautifully and wonderfully, but you're also in a way, and I would say it's not the, I think it's the karmic thing. I mean, you're picking up the karmic, for this land and for this, Yes, and it is special for me because of that connection. And it would be special anyways, but that adds to it. Этот опыт для него очень особенный в любом случае, но и еще более особенный из-за вот этих вот корней, из-за вот этих вот связей. Я очень рад, что я познакомился с тобой и нашел тебя. And Borislav is saying that he is very, very happy that he has met you, found you and has met you and now working together. Я думаю, в будущем мы еще будем взаимодействовать. And just looking forward to more of it in the future. Well, I definitely am too. So that's, I'm very glad he found me. Хорошо, будем на сегодня завершать нашу работу. Смотрите информацию в группе. Я буду говорить еще завтра. Завтра еще один класс у нас. Будем завершать конференцию. Сертификаты. Вот. Все, прощаемся. Всем счастливо. Пока-пока. Любые вопросы пишите мне в личку. Bye, Art. Пока-пока, Алики. Thank you so much. Спасибо большое. Bye, everybody. Bye. Спасибо всем большое. Мы опять же... Спасибо большое. Да. Всего вам самого-самого доброго. До свидания. Bye, everybody. До свидания. Спасибо.